сказать, что а-ля Анелька Николя. Давай еще покалякай по полиэтам поля. Сам мне трэп полит, а не прополит, а не торопи. Пизду за конец, связать музыку, это полная линкача. Чит, ребятня, хочи толкотня. Не рычи на меня, знаешь, замчики замучили. Тебя не слышно, Лёд? Фигня, плохо слышно, я сделаю погромче свой голос. Потому что я качаюсь, будто бы в поле одинокий голос. Ха. И сейчас я немного охрип. Меня зовут Илья, меня не зовут Вадим или Архип. Или Дима, или Володя, и как-нибудь еще меня тоже не зовут. Вообще, Янкель, вы знаете, я еще тот самый, блядь, фрукт. Блядь, кого-то прет, кого-то не прет, главное, что меня прет. Еще качается какой-то разносторонний народ. Троллейбус или трамвай, едет депо, главное знай. Накатывает Янки, ты слушай, вникай, не переживай, ха. Со мной Антон и еще ребята. И я сейчас считаю спокойно, главное, что без мата. Правда, все не так пиздато, ой, я снова вас сказал. А я же обещал, что не буду, ну ладно. Это же ведь не спор зал, где вам обещают, что все будет хорошо, все будет очень круто. Мы сейчас знаем конечную точку нашего маршрута. Я сочиняю на ходу, если вы не поняли, я сделаю это еще раз для вас специально. Это гениально. Ганжи бас. Мы проезжаем сокольники. Я раньше здесь сидел с серваном в Бакимском дворике. Теперь его снесли, блять. Да ну и хуй с ним. Ха. А мы поедем сейчас в Кальяново и погрустим. Не надо грусти, ну ладно, допустим. Разные обидные моменты жизни давайте опустим. Сейчас все хорошо, мы едем по дороге. О боги, это Янкель, он не убогий. Все, ладно, хватит.